Симпосион. Ожидание, отложенная жизнь, аккуратно разглаженная рукой, сложена вертикально по всем правилам японских домохозяек, чтобы поместиться в небольшой рюкзак и не помяться. Ношу с собой на спине. Хотела подарить тебе. Ты пожал плечами. Зачем мне розовый девчачий рюкзак, да еще со слонами? Предложила знакомой дикой кошке с пятнистой шкурой леопарда. Та презрительно замурчала. Зачем мне? У меня и так 9 жизней. Прожить бы. Хотела поделиться с веселой рыжей корги. Та внимательно выслушала меня, виляя хвостом. И ответил спасибо, но у меня уже есть на брюхе в своем рюкзаке 5 симпатичных новых жизней. Странно, но никому не нужна чужая жизнь. Придется, видимо, достать из рюкзака и раскинуть в поле скатертью-самобранкой, усыпанной разными вкусными яствами. И, наконец, возлечь на ее симпосионе. Симпосион?